торжественной обстановке в историко-культурном центре ребятам, достигшим 14-летнего возраста, вручили паспорта, которые теперь для этих молодых людей станут основным документом, удостоверяющим личность. Это ваш день, потому что, надеюсь, вы его запомните. Я, во всяком случае, помню тот день, когда мне вручали паспорт гражданина Советского Союза. Вот. Вы в этот раз получаете паспорт гражданина России. Это великая страна, это великая держава. На каждый паспорт заранее одели красочную обложку с патриотичной надписью «Любимое Подмосковье». Обложка будет сохранять не только целостность документа, но и напоминать его владельцу о малой родине. В паспортах юных граждан России теперь будет находиться вся самая важная информация их жизни. Помимо основных фамилий, имя, место рождения, сюда будут заноситься отметки о военной обязанности, заключении брака, детях, вплоть до группы крови и номер ИНН. Ответственность опять же уже перелегает с родителей на ребенка. Становится первый у них документ, и будем надеяться, что он будет ценить этот документ. Очень радостно. Виновники торжества свою ответственность осознают. Более того, давно к ней готовы. Многие ребята с нетерпением ждали этого дня. Не терпелось уже получить этот документ, потому что он очень важный. Я считаю, что это ворота во взрослую жизнь. Теперь у ребят начнется отчет взрослой жизни. В следующий раз новый паспорт им предстоит получить в 20 лет. Следующий в 45, который останется навсегда. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.